Я б їздав тумака. Сюди воно тобою насміхається. Ей, Степан! А ну забирай своїх інвалідів! Дай коней викупать! Інвалідов! От побачиш, виходяться! Будь настоящі коні! Слово ж не дадут сказать. Здрасте, Оля. Здрасте. Когда батька приедет? Василий ждет? Вроде того. Ведь не откуда-нибудь, а с Москвы вертается. Понравилось, видно, отцу Москва. Не торопится. Пальнул кто-то. Я сейчас. Болван.
Знаешь, какие худенка после Москвы дела наделает. Гляди, при твоей расторопности и тебя раскусит. Ну, не в раз. Сегодня не удалось, завтра удалось. Отставить! Все дело загубить хочешь. Раз ты в такой момент над самым обрывом скакал. Ищи, свищи, растяпа. Ну, слушай, теперь нам здесь больше оставаться нельзя. Слежка начнется. Но лошади пока в твоих руках. Ни одного коня в Красную Армию. Понял? Понятно. Скоро увидимся. Вышел я на трибуну. Надо говорить. А слов-то у меня и нет. Стою и молчу. А все на меня смотрят. А я молчу. Что же ты, Сергей Захарович? Бывает, батя. Потом слышу, из президиума обращается. Худенко. Да, говорю, Худенко, с Кубани. Это товарищ Ворошилов меня спрашивает. Ты куда? Да мне дяде Сергею. Что? Дело мне важно. Да, да станет он тебя слушать. Это, говорит, в вашей станице в 33-м году кониферма сгорела. Эх, мать честная, все знает. Меня аж в жар бросил, ведь... Все о достижениях говорят, а я за упокой заведу. Ну, подумал, говорю, стоит ли вспоминать, Климент Ефремович Простарый. Мы ведь после того случая новые конюшни выстроили. А зараз подумываем и эти сменить. Потому, как говорю, в тесных сапогах на свадьбу не ездит? Вот это ну, как увидел я, что в президиуме повеселели, в зале гудят, в ладошки хлопают, отлегло. И будто я не на трибуне стою, а вот со своей семьей или с вами разговариваю. И пошел. Говорю, как книгу читаю. Про корма, про выпасы, про то, как молодняк сохраняем. Так. А про фонды доложил? Ну еще бы. А про МТФ? Отказать. А про то, как мы на своих лошадях вам тоже жить. Тишу. В Кремле человека слухали. А тут слова ж не дадут сказать, чисто сорок. А про те, а про се, а про метефе. А про нас старичков не позабыл. Ну как же. Твое имя, Макар Феоктистович, особо упомянул. Вот говорю, 80 лет казаку. Где ж 80? 1881 году. Призову. Ну, вот и считай. Ну, что ты сделаешь? Ошибся. Да, 4, говорю, внуков в армии снаряжает. А сам до сих пор на фирме работает. Добре, сынку, добре. И вообще про всю семью Очеретов рассказал. Одним словом, про все доложил. И о том, что труд дисциплину некоторые бочком обходят. И что с производителями, говорю, туговато. А чистых кровей приток требуется. Правильно. А товарищ Сталин и говорит, ну что ж, если надо, дадим. И дадут. Да что там дадут? Дали? Дали. Через 3 дня принимать будем. Ты чего? Да я, батька... А за конями кто смотрит?
И Нашка... А ну марш до конна. Ну, Сергей Захарович, ты меня знаешь. А теперь, одним словом, наши кони по Кубани первыми будут. Ну-ну, смотри, Василий Митрич. Вот. Выгнали? Кого? Тебя. Меня. Ой, дура, ты что? Батька идет. А ты доложи мне, який за тим конем должен быть уход. Ратьё! Вот именно. А вы, хлопцы, чё? Да мы батька подождём. Ну-ну. Ну, а ты что думаешь, Илья Макарыч? Так говоришь, возле Орешника. Может, это какой охотник пальнул? Нет, не похоже. Звук не тот. Да ведь и я не утка. Батя, иди обедать. Поесть человеку не дадут с дороги. Кстати, что наделали? Перед людьми совестно. Ну, я пошел. А то Локурат мыть заставит. Она у тебя с нором. Да нет, это она шутит. А ты зайди в станцовет. Позвони Соколу. Обязательно. Ну, сели. Пошли. Дядя Сергей. Степка. А тебе чего? Степа. Я здесь. Здрасте, Валерия Сергеевна. Здрасте. Обедать будешь? Да нет, спасибочки. Я по делу. Одно другому не мешает. А про дело твое я давно знаю. А нет, не знаешь. Ну, опять, небось, на кониферму проситься будешь. Буду. Конечно, он и во сне себе конюха видит. Мы сегодня около Орешника табун пасли. Когда ты проехал? Ну-ну. Катюша, это самое, пойди на кухню, помоги Ольге. Ну? Ты где это взял? В Орешнике нашел. И человека там видел. Какого человека? Такой русявый, мышлатый. И здесь не видать. Молодец ты у меня. Настоящий казак. Что хвалишь? А сам инвалидов пасты заставляешь. А ты все о том же? Ну ладно, ничего не поделаешь. Завтра сдавай свой табун, приходи на кониферму. Дядя Сергей! Дядя Сергей! Ну, Ваня, теперь ты старшим будешь. А скакать на яких можно? А скакать можешь? Да на казбеке! Хоть вперед, хоть назад, хоть галопом, хоть рысью, разрешаю. Инашка! А это тебе помощник. Ну, я пошел. А ты, Ковшик, проводи меня, Троф. Смотри тут. Да ладно. Слухай, Ковшик, только брать никому, ни-ни. Да добре. А ну, ходим далі. Слухай, діло важне, політичне діло. Женісь. Чесне Ленінське. Так от, щоб ти знав, тут може появитися один чоловік. Де тут? В Орешнике, а то й Кубані.
Что же он за человек? А кто его знает? Чужой, в бушлате. Так ты приглядайся. Чушок, шли до меня Игнашку, а сам глаз не спускай. Понял? Доброе. Ну вот. Смотри. А, красавицы! Молочком не угостите? А вы откуда? Да, с парохода. Стали тут за излучиной, машину чиним. Ну, как говорится, дай тебе Бог жениха хорошего. Вроде меня. А ты попробуй найти. Вроде нее. А сильно мил не будешь. Бывайте. Бывайте, бывайте. Ох, и дотошные эти матросы. Понравился? Ну да. Где он? К реке пошел. Ты що, стара? Гроші потеряла? Чи пироги пригоріли? Ой, старий, кого я сьогодні бачила? Кого? Ісаула. Чого? Ісаула Сороку, що спала з кистаніці. С ума спятила. Да його ж собаку по дармовірам зарубали. Он? Он самий? Стоит, усы поглаживает, как тогда, когда приказал тебе шампалами спину расписывать. Хороши твои. Не буду хвастать, но внуки у меня все как один. Одна кров. Вот именно. Остапу, и ты призываться, так еще трое подали заявление. Федор, значит, назвать срочным. О, Евгений Шадагуб, повторить. Направо, руби. Направо, руби. Налево, руби. Хоть, хоть, хоть. Степка! Ах ты, наказание мое. Я тебе сейчас. Хоть. Нечисто работаете, хлопцы. До призыва остались считанные дни. А тут ловкости в приемах нет. Отработки настоящей не чувствуется. А ты построже с ними, товарищ Худенко. Вон, сидит на коню, як попадя на крылечке. Роман! Локти подбери, голову выше! Немислимо нам, хлопцы, осрамиться. Від со всех станет джигиты к нам в гости съедутся. Сергей Захарович, у меня разговор с тобой есть. Давай. Федор Очерет! Я! Продолжай занятие! Есть, товарищ Сачко! Что-то батька не в себе вроде. На препятствия! Право одному! Завод вам! А не ошиблась Ульяна Григорьевна, а? Не должно быть. Глаза у нее острые. Да и помнит она Исаула крепко. Стоя. Ну! Порешник, ты говоришь. Ушлати. Да. Приехали!
дальше доиграть партию. Пошли, понимаешь, контрабой играем. Ты еще раз. Начался война, начался крутолобая моя. Без твоих кудрей начался, погибаю, мальчик, я. Гляньте-ка. Вот это да. Степка, как там твои инвалиды? Какие там инвалиды? Я теперь младший конюх на кониферме. За чистокровными смотрим. Тебе б только свистульки играть. Ой, конюх. Много ты понимаешь. Это меня по делу вызывает. Ваня! Бачи! Бачи! Где? Да там, за орешником. В усаті, а? Да ні. А кого ж? Ти ветеринара нашого. Митрича. Смотри, дури. А! Не сказано кого? В усаті. А ти, Митрича. Это же свой, а то чужой. Эх ты! Thank you.
ты, Макарфе Артистович. А як же, товарищ начальник? Степан Ильич, ну как? Ничего, дело нам привычное, товарищ начальник. Ну и внуки у тебя боевые, а? Порода такая. Эх, посмотрел бы ты на меня в молодость. Да? Не буду хвастать, но... Здравствуйте. Приел орла. Нового не то засек, не то заносил. Так, ну давай. А потом бригадир приказал справиться насчет ребуса. А ты здесь при чем? Я теперь младший конюх. Конюх? Тебе, парень, около курей плясать, а не конюхом быть. Ну, конюх, передай своему бригадиру, что это у тебя? Хорошая штучка. Не. Надо было самому найти. А где ты ее нашел? В Орешнике. А я там и не бываю. А вчера были, да? Вчера? Да, я и забыл. Это я уток ходил посмотреть. Походится, думаю. Вот да ты, я вижу, парень смышленый. Вот только жалко, казак плохой. Как это ты вчера на танцах-то осрамился, а? Хочешь, научу, а? Ой, дядя Василий Дмитриевич, научите. Ладно, только уговор, слушаться меня во всем. Буду, буду слушать, что только хотите. Ну, смотри. Смотри. Гляди, гляди, гляди!
Стоять! Достиг, Сергей Захарович. Вот это конь. Из тех кровей. Настоящий конь. Конь подходящий. Зверьку. Ты небось такому коню и подойти побоишься, а? Я побоюсь? Да я на него хоть сейчас сверху сяду. Ты! Герой! Тебе, милок, лучше прямо на землю сесть, чем на такого коня. Тоже казак. Не верите? Не верите? Куда ты, чертыня? Текай! Текай отсюда! Подожди, батя! Пускай привыкай! Опускай! Нехай, нехай! Пусть привыкай! Ну, хлопцы, седлайте коней! Надо скакать за Степкой! Стоят кругом, рты поразевали. И дела никому нет, что такой конь сгинуть может. Своего не жалеешь. Вот скрутит тебе голову. Давай, давай. Орел, сукин сыну, живой! Едет! Я же говорил, что хлопець огонь. Да, чого доброго, що козак з нього буде. Ну і герой. Живіт. Ходи сюди. Іди, іди. На. Бери. Такому джигиту без пльотки бить не полагається. Я? Да я? Я докажу! Чесно піонерське докажу! Ладно, ладно. Будеш вместе с Остапом ходить за донцом. Это ворошиловець. Кому какой талант? Одному скрипка, другому, скажем, столярная работа. А у хлопця душа к коню тянется. Это точно! Ну, а дальше? А как закончу школу, подамся в Краснодар. А то и в самую Москву. Поднимайте, козы, хвосты. Могли бока морем врасти. Ну, чё напыжился? Ну, что я с тобой буду разговаривать? Вот как винчусь на ветеринара, как Митрич. Как Митрич? Как Митрич. Тогда увидишь. Ты знаешь, какой он ветеринар? Ого! Да и казак добрый. Сигарку! Даню!
ведь в этой конюшне производитель. Гордость наша, да нет. Кто дежурил? Кто? Я дежурил. Я дежурил. Я тоже дежурил. Так. Как это случилось? Может, кто курил? Да нет, никто не курил. Никто не курил. Нема таких, никто. Говори, Степка. Говори. Ну, скажи. Ну, что это, Степка? Курил? Да не курить не умею. Да что вы на хлопца варите? Он сегодня выходной. Он выходной. Курил. Курил? Только я не здесь, а под окном. А потом я затоптал. Ну, ну провались я на месте, честные пионерские. Хоть у Катьки спросите. Курил, значит? Ну, я же говорю, баловался трохи. Ну, я затоптал цигарку. Ну, вот так затоптал. Он там. Вот тут, на этом месте. Ты бачила, как он затоптал цигарку? Як пробовал курить, то бачила. А че затоптал? Не помню. Не помнишь? Ну хоть сейчас умереть. Затоптал. Братишка, в таком разе врать не станет. Раз говорит затоптал, значит затоптал. Родню покрывает. Ну-ну, потише там, ты. Все вы очереты такие. Друг за дружку горой. Хозяевами на конюшне стали. Чего пялишься? Мы братпуганые. Только и знает, что за девчатами бегать. Вот борсить все может. Ты кого за душу хватаешь? Кого бить собираешься? Меня, старого партизана. Смотрите, казаки над кем издеваются. Я в гражданскую войну на фронтах бился. Успокойся, Митрич. Остап Очеред. Степана от Донца отстранить. Слушаю, товарищ Начкон. А с Остапом особ статья. Потом разберемся. Бабское дело. Иди в ту хату. И покормить не дашь. Ладно, ладно. Покушай. Что ж это такое? Не могу я такого терпеть, батька. Что? Чего ты развалился? Встать! Когда с батьком разговариваешь. Ты стахановец, комсомолец, семью позоришь. Все брешет этот ветеринар. Не мог я стерпеть. Остап правду кажет. И напрасно вы на него нападаете. Я не о том говорю, а вот о том, как он смел, бригадир, допустить курение при конюшне. Я вас спрашиваю.
Иди. Иди, иди. Гуляй. Вы, хлопцы, тоже гуляйте. И за что хлопца обижаешь? Дуже горячий Остап, как конь необъезженный. Вот и нуздаю, батя. Ты бороду не ломай. Все мои очереди горячие. Это что за порядки? Встань! Когда с батком разговариваешь. Я тебе втолкую, сынок. Ты красный партизан. Кому ты веришь? Из-за кого свое кровное дитё забежаешь? Кому кланяешься? Кто он такой, этот Ферш? Откуда он? На меднись обнимался со Степкой, а теперь на него поклёп кладет. Подумай. Маму, ты ее затоптал. Значит, не совсем затоптал. А из баловства вы ж какое могло быть несчастье. И Остапу за тебя попадает. Кушай. И ты не веришь. Постой, куда ты? Степок! Степан! Донца они у меня отобрали, мама. Ай-яй-яй-яй-яй. А ще казак? Хіба казаки плачуть? А ну вставай. Степан, вставай, пойдем. Батько меня за тобой послал. Говорит, Степана зови. Пусть приходит. Вареники кушать. Вареники? Да. Дядя Сергей сам послал? Ну да, послал. Пусть, говорит, придет, а мы с ним потолкуем. Пойдем. Ну, затоптал, и ладно. Дядя Сергей, если ты мне не веришь, ну... Так спроси Василия Митрича. Митрича? Ага. А он где был? Да что же это вы? Пошли, Сев. А то вареники остынут. Сергей Захарович, я сейчас. А мы ждать не будем. Вань, Ваня! Здорово, Вань. Здорово. Сегодня что-нибудь есть? Ничего нема. Ничего? Ты один Митрич там ходил. Митрич? Где? У самой Кубани. Почему же ты до меня Игнашка не послал? Зачем же? То ж Митрич был. Свой же. Ну, погоняй. Тоже мне помощник.
Остап. Садись. Курить хочешь? Не курю я. От этого курения... Напрасно вы братишку обидели, Сергей Захарович. А все из-за этого. Ветеринара. Что ж, все это может быть и верно. А вот тебе, комсомольцу, бригадиру, за ворот хватать специалистов, пожалуй, не полагается. Я ж не оправдываюсь, Сергей Захарович. Комсомолец завсегда должен себя на поводу держать. Но не тот он человек. То перед мальчишкой распинается, дружит с ним, а то взваливает на него такую вину. Ну ладно. Выходной день? Соберете сотни. Проведем строевые учения. А то скоро будут маневры. Соберем, Сергей Захарович. Ну, бывай, Остап. Ольга, ты что? Мне прощения просить у этого. А ты разве только Митрича обидел? А меня? Прости, Ольга, в сердцах не упомнишь. Уйти? У меня действительно Остап. А я Михаил больше. Вы кому? А мне Худенко. Сергей Захарович повидать тебя. Давай, давай, заходи, товарищ Соколов. Только я тебе подумал. А ты тут как тут. Наш ты мелок думает. А хорошо-то как. Только Соловьева слушать. За этим приехал? Вот именно. Степок, а ты чего не спишь? Не могу спать. Все о Донце думаю. Как он тут, а? Да нет. А вот зараз посмотришь. Все ясно, товарищ Соколов. А вы думали, что эта курка сгорелась? А он так-таки ничего и не сказал. СЛ Сорока травленный волк. Мужик сильный. Да. Для меня совершенно ясно одно. Есть у него дружок и на вашей ферме. Захарович, вот хорошо, что зашел. Рад.
Очень рад. А там, понимаешь, все сижу один да один. Газетки вот читаю. Ну, проходи, садись. Нет, нет, этот стул шатается. А я как чувствовал, что ты придешь. Видишь, и варенье приготовил. Да ведь я не барышня. И то верно. Мы сейчас чего-нибудь покрепче найдем. Я-то сам не любитель, а вот для такого гостя... Нет, нет, я уж тогда лучше чайку. Пожалуйста. Да. Как нехорошо у нас с тобой получается, Василий Дмитриевич. Что? Живем мы рядом, работаем по одному делу, а друг дружку вроде как и не знаем. А чего-то знать, Сергей Захарович. Я человек открытый. Есть, можно сказать, на виду. Вот варенье. Спасибо. Вот и я так думал. А тут узнаю, оказывается, стороне не имеешь. Ты на каком фронте был-то? Я? Да все на том же. Оба мы с тобой беляков рубали. Угу. Жалко, что тогда всю эту сволочь до конца не порубали. Да, уцелели некоторые. Вот на станице поговаривает, что в наших краях опять и сам сорок появился. Ты не слыхал часом? Нет, не слыхал. Откуда? Я из фермы выхожу раз в месяц. Поохотиться? Да у меня-то и ружья нет. А потом, какая здесь охота? Разве что на галок. Да на девок. Ну, как сказать. А вот Степка говорил, что ты тут около рощи утят постреливал. Если ты что думаешь, что ваш Худенко, говори прямо. Ты про что? Сергей Захарович, я человек прямой. Ты меня знаешь? Знаю. Это тебе все очереди наговорили. Ну, чего ты волнуешься? Я так слово сказал. Открывал мне лишь. Ну, бывай. Сергей Захарович, а волноваться нечего. Зачем волноваться? Уже собрался. Ну что ж, пошли. Исаул Сорока тебя ждет. Наслетали поздно, чудесник будет поломан.
станции? Уже из дальних станиц подъезжают. Зараз переоденемся, да по домам. А через часик на площадь. Сегодня по новой дороженьке лошадей пустим. Остап! Отчего не заходишь? Батька спрашивал. Да я его на ферме вижу. Проститься-то зайдешь? Оля, я забегу. Через часик. Забегу! А мать что сказала? Да они еще не знают. Так ты сам решил? Сам. Едут. Едут! Едут! Папаша, да оденьтесь, как полагается. Как, отец? Не забракуешь? Конь ровный. Вот побачим, какие они будут в работе. Да, мабуть, чуток получше ваших. Да ты что? Сдурил. Тьфу! Плетневские пошли. Что еще сказать вам? Главное, будьте відданими. Родине, земле советской. Она нам мать. Думаю, что не остроме тебе рода черетов. Правильно кажешь. Ты, Федір, як старший, присматривай. Держи их в руках. Добрый батько. А ты, Остап, не горячись. Рассуди, а потом зроби. В бою так само. 7 раз одміг, 1 раз одріж. Поняв? Поняв, діду, поняв. Відтутки поїхали! Ой, жаль, ой, жаль! Ухи куні! Ой, жаль, ой, жаль! Все роза! Хаски є призови, є тупочки людей! Хаски є призови, є тупочки людей! Ти що, стара? Это не горюче, а легкая слеза. Да вам-то ничего. Как только все уезжают. Только один Степок. Ты как себе хочешь, а плакать буду. Ну, хлопцы, пора.
Советуйтесь, сыночки. Ага, не разбедайтесь. В гурті і каша добре їсться. Гуртом і ляка добре бить. Та ми ще ж не уходимо, мамо. На площаді ще попрощаємось. Бач, лишній раз і попрощати з матір'ю не хоче. Отак краще, мамо. Ну, прощавай. Прощай. Ольга, пошли! Ага. Ну ты скоро, сейчас начнется. Я зараз. Батя, ты иди. Я зараз. Оля! Оля! Сергей Захарович, а я до вас. За меня? Да. Ну, давай, заходи, заходи. Ну, что у тебя случилось? Давай. Сергей Захарович, мы, значит, с Ольгой Сергеевной обещание друг дружке дали. Крепкое. Она меня ждать будет. А если ты, Остап Ильич, забудешь или другую найдешь, а? Да я ему глаза выцарапаю. Вот видите, а ослепнуть кому же охота? Ну, брат, наконец-то, а мы тебя ждем. Здорово, казаки. Привет. Что, не узнаете земляка? Ну, как же, я тебя, Иван Афанасьевич, еще вот таким знал. Тільки що вспоминали, як ти в 14-му году урядника Каменюкою жахнув. А попав? Попав. На 3 года ж запайкал. Пошли. Ну вот. Смотри. Илья Макарович, сам, мабуть, сына снаряжаешь. 4 сынов. 4? 4. Федор на сверстрочную вертается. Остап по призову, а Роман та Леонид заявление подали, чтоб до сроку. Все в одну часть выезжают. Они у нас дружные. Да? Thank you.
товарищ командир! Товарищ командир! Степ, ты чего здесь? Очевидно, с рапортом. Ну, здравствуй. Видел твою работу, молодец, настоящий казак. Товарищ командир, у меня к вам превеликая просьба. Ну-ну. Я теж хочу поступить в ряды доблестной Красной Армии. Сгодимся, хлопец. Это можно. Ты зараз в каком классе? В шестом. Добрый. Как только закончишь десятилетку, напиши мне. Только уговор. Учиться на отлично. Тебе будет большое задание, с которым малограмотному не справиться. Понял? Понял. Ну вот. А що ж воно буде, як уся страна підніметься? Не важно.